принципа. Как я говорил уже, да, можно имитировать движение наших мышц, да, как будто бы мы ее прокачиваем. А можно пойти еще глубже. Когда мы сделали вот такие движения, да, потом, ну, это уже вот после того, как мы все растерли, да, лапы леопарда, глубокие мышцы проработали. Теперь идем еще глубже пальцами, внедряемся прямо в нее. Видите? И вдоль всей ноги, и с внутренней стороны, и с наружной, и с верхней. Проходимся до конца подмышечную, паховую зону, вот туда вводим руки, пальцы, да? Чтобы туда лимфа утекла. Это достаточно болезненно, да, потому что мы достаточно глубоко идем. Но, с другой стороны, это полезно не только для человека, который может потом, ну, сказать, в туалет побежать, и нога может даже похудеть, если достаточно долго делать это. А это в антицеллюлитной программе делается от 40 минут до часу и до полтора часа надо работать, но только с ногами, представляете? Но, что касается фитнеса-массажиста, мы для себя качаем пальцы. Пальцы, преодолевая такое сопротивление по одному, да, они становятся более крепкими, упругими, накачанными. Накачиваем пальчики. Далее, смотрите, берем ногу, такое кольцо, да, делаем кольцо, и стараемся самый узкий диаметр сделать здесь, диаметром маневрируем за счет того, что видно, да? Сжимаем руки. Стараемся с самого узкого диаметра пропустить через него всю ногу, всю икру. Это болезненно, да-да-да, но чуть-чуть стоит потерпеть. Девушки ради красоты и не такое терпят. И вот эту всю часть. Медленно делаем, помните, да, лимфа течет медленно. И уводим ее вот туда. Еще один прием, когда мы сжимаем за счет грудных мышц, да, вот на сжатие, обе руки. Это тоже и как фитнес для массажиста, и с другой стороны, это мы вот сильно пережимаем ногу, да, и идем прямо. Но на самом деле будет очень больно, если мы совсем ее сжимаем плоско, да, поэтому я веду обычно вот так вот по очереди. То есть мышцы ноги, они получаются как вот со змеей, я показывал, да, такой же прием. Видно там, да, как идет на камеру? То есть вот так вот они. Болезненно, болезненно, да. Но надо потерпеть. Ослабляем движение на коленке и дальше продолжаем. Вот. Кстати, после движения, заметили, я уже на автомате это просто делаю. Можно тоже сбросить эту энергию просто, чтобы немножко она не перенапрягалась. Далее так называемая лимфатическая труба Гудвина, когда у нас с каждой стороны по 5 пальцев. Мы делаем вот так, и вот так выпускаем сверху. Да? Если так поставить, получается захват такой. Немножко разворачиваем, и как бы чувствуем, что вот вертикаль, да, и есть труба. Одновременно сжимаем все пальцы. Но сжимаем не совсем одновременно, а начиная снизу. Нижние, выше, нижние, выше. И вот так мы по ноге пробираемся медленно вверх. На паука похож. Гудвина. Да, немножко на паука снаружи похож, но на самом деле это вот труба. Вот так мы захватили крепко, да, и прожимаем ее снизу вверх. Тоже очень хорошее упражнение для фитнеса-массажиста. У вас за счет этого очень классно накачиваются вот эти вот мышцы. За счет сжатия ваших собственных пальцев, да? Мы тренируем пальцы и гоним лимфу медленно вверх. Попробуйте это движение, оно такое достаточно сложное, но когда вы его научитесь делать, все окажется просто. Проще некуда. Видно, да, как идет проминание? То есть я как бы гоню вот это движение, да, я заменил более сильным. Вот таким. Еще раз показываю. Захват максимальный, потому что с каждой стороны оказывается по 5 пальцев. Так, ну вот, попробуйте.
можете это сделать сами.